Это ухудшение связано с ситуацией на рынках, с ситуацией в экономике, поэтому инвестор сейчас, конечно, сдерживает свои инициативы. Мы считаем, что эффект инвестиционный может быть достигнут только комплексно. А просто энергетика, она, к сожалению, только составляющая часть. То есть наличие мощности присоединения – это необходимое условие, но не единственное. Очень важно административное сопровождение бизнеса.